Я помню, как мама себя вливала. Сейчас я буду объяснять, как правильно надо обливаться. Сыночка, отходи. Сюда посмотри, Ганя. Надо сначала вырезать этот лед, потому что вот такой вот острый лед меня побил. Один раз. Вот так? Да. Можно одеть вот такую шапку, например, со льда. Чтобы безопасно было. Можно вытащить лед. Ладно, одену вот такой вот. Это уже у меня святость. Это? Чего не держится? Окей. Тим, отойди. Отходи, сыночек. Вчера спрашивал один человек, как это ходить по снегу. Но не по снегу, говорит, нравится босиком ходить, но из-за того, что холодно, не хочет ходить. Значит, это все в голове. Когда становишься на снег, нужно медитировать. И знать, что под ногами тает. Смотри, Таня, видишь, как тает под ногами? Сюда посмотри. Ну, тогда ничего не будешь делать, только медитировать. Поэтому надо зимой лучше ходить обутым. И обливаться холодной водой. Растирайся. Первое ведро хорошо. Если сразу резко, второе, то не почувствуешь удовольствия. О, как хорошо. И если вода кажется чуть-чуть это, ну, теплая, только с крана набрали, можно накидать снега. Лед, снег положить, она остынет. Вот хорошо. И потом делаешь каток. Чтоб дети... Теперь видишь, как пар идет с тела. Вот это вот правильно. А если резко выбежал, облился, теперь можно даже и босиком ходить по снегу. При этом не чувствуешь. Да, сын, давай, раздевайся. Потому что ты уже привык. Не-не-не, раздевайся, давай.